Здравствуйте, меня зовут Алевтина Криванова. Живу я в Украине, рисую в технике многослойная акварель. Безумно люблю животных, поэтому жанр, в котором я работаю, это анимализм. Вы знаете, самая большая победа – это победа над собой. В этом году я сделала большой шаг вперед и начала писать портреты людей. Это совершенно другие эмоции и чувства. Теперь в своих работах я могу объединять портреты животных и людей. Сегодня представляю свою работу «Единомышленники». Дети и животные. Их эмоции переиграть невозможно. Они настоящие, искренние. Да, повторить невозможно. А вот запечатлеть на холсте или бумаге можно. Любовь, доброта – это самые главные чувства. Это то, что я хотела передать своей картиной. Давайте не забывать, что маленькие эмоции – это большие капитаны нашей жизни, и мы подчиняемся им, часто даже не осознавая этого. Именно так когда-то сказал нидерландский художник, великий Винсент ван Гог.